Кисонька морысенька. Ты моя кисонька морысенька. Вот ему надо за диком наблюдать. Да? За дикушкой надо наблюдать, что там дикушка делает на улице. Охраняет, сторожит дикушка на улице. Птички там у дика питаются. Вот так. Кому надо тоже следить. Что, Симочка, ты тоже сюда хочешь? Ну, иди, иди, иди скорей. Вите пришлось подоконник девочке сделать временный для вот этого мальчика. Потому что посмотрите, что он натворил. Посмотрите, что он натворил. Он оборвал весь вот этот вот материал. Утеплитель уже весь поразорвал. Видите, что творит? Вот. Посмотрите, что вытворяет этот мальчик. Два котика у меня выросло в доме. Два котика. Все было целое. Понимаете, в чем дело? А вот этот вот звереныш один столько натворил дел. Потому что ему нужно было обязательно вот в это окошечко наблюдать за дикушкой. Понимаете, что творит? Сима в шоке. Просто в шоке от этого мальчика. И Вите пришлось сделать здесь такую полочку, имитацию подоконника, чтобы только он не додрал все, что здесь осталось. Сохранить хоть что-нибудь. Я Вите говорю, пока мы здесь закончим строительство, у нас уже просто тут ничего не останется в целом виде. Все придется заново делать. Вот так вот, девчоночки. Это просто уже коридорчик здесь такой вот, когда с лестницы спускаешься. И вот между кухней и лестницей такой коридор небольшой. И здесь вот еще одно окошечко маленькое. Ну вот сюда вот он не лезет, потому что нечего тут смотреть. А там дико видно. И птички прилетают к дику в кастрюлю пообедать и поужинать. Вот он тут и мастился все сюда. И никак не мог примаститься. Ну теперь ему тут хорошо все видно. Обзор весь. Да, бежит, 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 бежит чудо маленькое. Ой, чудо. Намывается, намывается, сидит, свечивает от окна. Что там, коровы, наверное, опять пришли. У нас девчонки коровы замучили, бесхозные. Ходят, бродят по деревне. Намывается мальчик. Намывается. Чистюля наш. Чистюля, помощник. Все-то ему везде надо быть. Все-то ему надо знать. Все контролировать. Ой, дурят. Ой, дурят. Какая хорошая коробочка, да, дети? У меня тут девчоночки лежала пряжа в бобинах для вязальной машины. Когда-то я вязала на машинке, теперь не вяжу, конечно, уже. А пряжа осталась. Вот, короче, достала всю эту пряжу, отдала соседке, потому что она сейчас вяжет для военных, в помощь военным, шапочки, там носочки, варежки, жилеты. Конечно, пряжи не хватает, пряжа сейчас очень дорогая. А у меня остаток очень приличный такой был. Ну вот полная коробка вот эта была. Практически полная коробка. Полушерсть. Вот я всю собрала и отдала Лене. Она теперь, у нее хорошая такая вязальная машина, автомат. И она на ней будет вязать жилеты, носочки, шапочки там. Посмотрим, что. В общем, пряжа наконец-то пригодилась.
меня там и черная, и серая немножко, и шоколадного цвета была пряжа. Опс! Тишненько. А он ее уже сгрыз, эту коробку. Смотрите. Смотрите, как прокомпостировал. Видите? А, всю коробку уже прогрыз. Да? Тут уже он тоже все прогрыз. Хотела выбросить, смотрю, играть начали. Думаю, ладно, пусть постоит маленько, пусть поиграют. Потом выкину. Сейчас как раз полы буду мыть. Ох, и игрушка, да, Тишка? Ох, и игрушка. Кстати, девчата, огромное спасибо всем, кто подсказал мне про воду с пульверизатором. Работает! Работает водичка! Еще как работает! Прям огромное вам спасибо за эту подсказку. А то ж ведь он меня вообще не слушается. Сколько я уже с ним нервов вымотала, чтобы он Симочку не обижал. А теперь раз, брызнула, и все, и красота. Мне его, правда, жалко. Он такие глазки сразу делает печальные. Типа, я же тебя люблю, а ты меня водой вот так вот. Ну, ничего. Зато Симочка спокойная теперь. Видите, что делает? Ой, как хорошо-то, да, Тиша? Как хорошо-то. Все поизгрыз, все. Зубки у него, кстати, уже поменялись. И мы, кстати, его уже кастрировали. Когда мы его в клинику водили кастрировать, нам доктор сказала, что ему уже больше 7 месяцев. Потому что все зубы у него уже поменялись. А грызть так все и грызет. Видите, что творит? Вкусно? Ой, как вкусненько. Вот. Вот так вот. Васька тоже любил погрызть что-нибудь. Но так как Тиша грызет, он ничего не грызет, потому что Тиша даже металл грызет. Да? Тихан? Тишуня? Ты хулиган? Симочка идет. Симочка идет. Конечно. Конечно. Ой, ну как же мимо Симочку-то пропустить, да, и не задеть? Ну как же так? Пропустить и не задеть? Поджопника не дать Симочке? Такое разве бывает? Ой. Мордаха. Мордаха хулиганская. Да, Симка? Досталось тебе чудо. Ох и досталось. Ну что делать, Симочка? Может, мы его перевоспитаем? Может, он маленько подрастет, ума наберется? Обрезала весь цветок, девочки, потому что уже все. Цветок весь пришел в негодность. Смысла нет его вот так оставлять. Вот я его весь пообрезала. Видите, что он всю землю выгреб отсюда. Все, корни вот уже все голые, просто вот голые. Конечно, он уже просто бедненький на последнем издыхании, как говорится, стоит. Я ему сейчас землю сюда подсыплю. Ну, распутать его было нереально, поэтому пришлось просто взять и наугад все обрезать. Засыплю сейчас еще земли шпильками вот здесь вот. Пришпилю вот эти вот стволики, потому что вот на этих местах, вот пупырышечки вам видно, наверное, здесь пойдут корни. Вот уже корешок тоже образовывается. Здесь пойдут корни. И отсюда пойдет тоже цветочек. И здесь тоже сейчас подсыплю земли, чтобы закрыть вот этот корень. Видите, он совсем голый. И тоже пришпилю его аккуратненько здесь. И он тоже пойдет в рост. Вот. Ну и эти, конечно, тоже сейчас приведу в порядок. Тоже их немного пришпилю к земле. Здесь в междоузлях тоже будут образовываться корешки. И все. И он снова будет оплетать у меня вот это вот сердечко. И у меня уже укоренившиеся еще стоят такие кустики, веточки. Я их сейчас тоже сюда прикопаю. Ну и вот такие сейчас... Сейчас здесь вот найду еще вот такие вот веточки хорошие с крупными листочками. Обрежу аккуратно и поставлю тоже на укоренение в воду. Вон, чудит. Чудо маленькое. Укоренятся и тоже туда же в этот горшочек посажу. И все, и они заново будут у меня плестись. Ну что делать? Как-то вот так вот надо будет сейчас сделать. Плеть это вон они, видите, какие большие.
Видите, вон они такие большие, поэтому есть из чего укоренить. В общем, вот этим сейчас буду заниматься и приводить в порядок этот цветочек. Да, Чешуня? Кто это наделал? Кто нахулиганил? Помощник. Все, нарезала проволочку и наделала вот такие вот шпильки. Смотрите, что делает, а? Не даст ведь сейчас поснимать вам видео. Грызет железную ногу. Тише! Ничего не знаю, что у него с зубами происходит. Он либо собакой был в прошлой жизни, либо тигром каким-то. Это просто... Не знаю даже как. Вот, просто девчоночки беру. Ну, может, кому-то пригодится такая информация. На всякий случай вот сниму. Там, где корешочки уже образовываются, я вставляю шпилечку. Чтобы они побыстрее образовались, эти корешки выросли. Сейчас, конечно, еще земли досыплю. Вот тоже вот корешки вот здесь вот. Не знаю, вот будет вам видно или нет. Сейчас вот этот еще пришпилю. Тоже. Так вот. Они сейчас быстро пойдут в рост. Так. Ну, этот сверху придется. А нет. Тут еще место есть. Сейчас заодно вот так вот закручу. Так. Вот так. И еще сейчас, которые обрезала, вот эти вот. Здесь уже тоже вот они образовываются. Здесь тебя еще не было. Сейчас я их тоже закручу. И они тоже будут давать... Я, наверное, сейчас их сначала закручу, потом все разом пришпилю. Вон сколько корней тут уже, видите, вон такие хорошие корешки. Да это что такое, а? Это что такое? Так. Нет, надо сразу пришпиливать, сейчас ведь все с мясом выдернет. Тиша, может, ты погулять пойдешь, пока я тут работаю? А? Я так чувствую, ты сейчас мне ничего не дашь делать. Пойди погуляй, мальчик мой, на улку. Сегодня прохладно на улице. Я бы его сейчас выпустила, но прохладно. Хотя утром он бегал по крыше. С птичками общался. Не кусайся. У меня уже все руки в синяках от тебя. Да, завернем, чтобы они заплетаться потихонечку начинали. Так. Так. Потом земелькой все засыплю здесь. Тоже хороший. Тоже корешки пойдут сейчас. Да нельзя, Тиша. Все листики бедненькие уже в негодность пришли. Посмотрите на него. Вы посмотрите на это. Вам не видно или видно, интересно мне знать. Ну все, оторвал пол листа. Засранец. Ой. И ведь невозможно на него ругаться, понимаете, девчонки? Ну хватит, Тихон, правда. Ну что ты? Пошли гулять. Все. Нельзя. Так, где бутылка-то моя? Я же про нее забыла. Сейчас я вот. Это что? А? Все, он уже знает. Я, кстати, воду перелила вот такую бутылочку из-под лака для волос, потому что у нее очень мелкое распыление, прям мелкое-мелкое. А то в глазки иногда попадает вода, и мне его прям жалко. А так мелкое распыление у него даже он не чувствует. Я ее, конечно, промыла хорошо, девочки. Не думайте, что я прям так взяла и налила. Лак закончился, я ее промыла как следует и водичку туда налила.
Вот моя девочка. Спит себе тихонечко и спит, пока Тиша дурит. Пока Тиша мешает хозяйке работать, Симочка вот так вот спит. Да, моя девочка? Вот так вот лапочки сложила под щечку и спит сладенько. И все, и не мешает никому. Умная девочка. Васенькина воспитание. Землей. Немного добавила корневина. Чуть-чуть подсыпала, чтобы быстрее укоренились росточки. И оставшиеся веточки я сейчас еще нарежу на маленькие фрагменты и тоже поставлю в водичку, в баночку их на укоренение. Они когда укоренятся, я их потом тоже сюда высажу. И все, и они опять начнут у меня плестись. Так, росточки тоже заодно немного помыть. Так вот. Так, вот этот надо еще пришпилить. Пропустила. Моментик этот. Все, девочки, пока так оставляю. Он туда игрушку засунул, что ли? Чем он там играется? Ты чем тут играешься, чудо? А, чудо? А, он тогда мячик свой любимый засунул. Все понятно. Шарик. Шарик засунул туда свой любимый. Вот. Кукуськи. Кукусеньки. Вот он. Вот оно чудо маленькое. Тишунька. Тишунька. Ну, теперь я не знаю, убирать ли эту коробку. Убирать ли эту коробку. Давай, выпрыгивай. Выпрыгивай давай. Все. У него там мячик. Сейчас он его в зубы возьмет и вытащит. Да? Нет. Лучше коробку погрызу, да? Вот так. Вот как зубки поточить надо. Да, да. Ай! Вот чудо. Вот чудо ты. Дерущая. Драчун. Зайка моя, ты уже поела, что ли? Ты уже покушала? Там рыбка у тебя с вечера осталась, да? С вечера рыбка осталась. Надо сегодня курочки вам купить. Ладно, пойду я тоже завтракать. Пойдем. Пойдем. Еще что-нибудь тебе дам вкусненького. Пойдем. Вот так. Ага, она меня зовет, чтобы ее почесала, да? Почесать тебя надо, да ты моя зайка. Сейчас расческу возьму. И Тишенька идет, да? Вот так вот, мы любим, скажи вот так. Тиша, Тиша, ну нельзя, нельзя. Давай я тебя почешу. Ой, хулиган. Давай почешу тебя. Ты что же любишь, когда я тебя чешу? Давай, спинку почешем, давай. Давай. Что, ты сегодня не в настроении? Всем доброе утро. Я готовлю завтрак. У меня сегодня тунец. Вот такая баночка. Вот такая баночка. Производитель, по-моему, Владимирская область. Там немножко затерто, и поэтому не могу прочитать на банке, кто производитель. Хочу сказать, что прекрасная рыбка. Просто великолепные крупные кусочки. Тверденькие. Посмотрите. Какая прелесть вообще, просто великолепные куски. Вот, хочу сегодня сделать себе яйца вот с этой рыбкой. Просто отварила два яйца, желточки какие желтенькие, это у меня домашние. У соседки беру, у Танюшки. Хорошие яйца. У нее очень часто яйца попадаются с двухжелтковые. Смотрите, одни светлые желтки, другие темные. Хотя яйца домашние. Небольшую луковичку сейчас покрошу. Меленько.
Так, ножичек затупился. Надо сегодня попросить мужа, чтоб наточил. Тиша, нельзя сюда. Ой, девочки, не дает мне ничего делать. Вот везде, везде, везде нужно присутствовать и все контролировать. Залез сейчас вот на столешницу, сидит вот здесь вот рядышком. Сидит, смотрит. Я его уже угостила кусочком рыбки. Куда? Ну-ка, нельзя. Тихон, ну-ка, слазь. Ой, чудо. Слазь, нельзя, тише. Наверное, мне достаточно будет такого количества лука. Так, сюда. Вилочкой сейчас разомну все это дело. Я уже попробовала эту рыбку. Что мне нравится, что соли здесь немного, в меру. Вот все в меру. Обычно берешь какую-то консерву, вечно пересоленая. А здесь, знаете, девчата, прямо вот как тут и было, что называется. Сверху можно, конечно, на яйцо майонез, либо там сметану, кто что любит. Либо даже вот майонез можно было в рыбку вот сюда добавить и все перемешать, а потом на яйца положить. Но я так не буду делать. Я хочу без майонеза. Я вообще майонез уже давно не ем. Крайне-крайне-крайне редко. Очень редко. Прям очень редко. Я просто вот так вот беру. Даже не вилочкой сейчас, а ложечкой это сделаю. Вот так вот беру. И просто вот так сверху накладываю. Пироженки такие себе делаю. Вот. Ну вот, тише. Волос своих тут не наставлял. Только что вот покормила его. Но он залазит на стол не потому, что он кушать хочет. Он сытый. У них всегда есть еда в чашках. Всегда. Он залазит на стол просто потому, что ему это интересно. Ему все интересно. Что бы мы с Витей ни делали, ему все интересно. Вот такие, девочки, я себе бутербродики делаю. Вот. Сейчас налью себе кофейку. Кофе пью тоже, девочки, крайне-крайне-крайне редко. Прям очень редко. Одно время часто пила. Потом стала понимать, что я просто начинаю зависеть от этого кофе. И я потихонечку стала прекращать пить кофе. Пила только тогда, когда давление у меня падало. Чтобы немножко поднять, я пила кофе. Сейчас тоже вот как-то стала почаще пить, но уже контролирую себя и чувствую, что все, начинаю привыкать. Я перехожу на чай. Все это осталось, если что, потом на бутербродик намажу. Вот такие у меня яйца сегодня с рыбкой. Вспомнила, что у меня же еще сыр домашний есть. Посмотрите, какая прелесть. У меня котики разбили экран телефона. Теперь мне так сложно снимать все в мелкую крошку. Посмотрите, какая прелесть. Это мне сестренка. Эта сестренка у меня варит сыр, занимается сыроварением. Вот сделала такой сыр, который идет в салат «Цезарь». Забыла, как он называется, девочки. Тут смесь разных перцев и маслом залито все. Поэтому в пакетике, что масло протекает. Сейчас вот еще хочу себе бутербродик такой сделать с сыром. Вот с этим. Вместо салата на бутерброд. Очень вкусный. Нас тут угощало. Я не знаю, сортов, наверное, 6 или 7, а то, может, даже и больше было, потому что только твердых сортов было целое. Сорта 4, наверное, было с перцем, с цедрой апельсина, классический, там, как безо всего. Еще какой-то был, забыла уже. Вот. И еще были плавленые такие сырки вкусные. Не знаю, как они называются, девочки. Там у нее, конечно, все было по названиям, а у меня уже не помню я. Вот. Ну вот, теперь точно все. Теперь точно все. Пойду завтракать.
Всем привет. Ну, посмотрите на это чудо-юдо. Мое. Мое чудо-юдо, любименькое. Вот оно. Села я поработать. Достала из своего контейнерочка фурнитуру. Ищу нужную мне фурнитуру. Выгребла все пакетики оттуда. Думаю, сейчас... Собрала вчера сатуар. И сейчас у меня задача стояла подобрать нужную фурнитуру для того, чтобы серьги и браслет собрать. Ну и что вы думаете? Я выгребла всю фурнитуру из своей коробочки. А он тут как тут улегся. И все. И сказал, хватит, хозяйка, работать. Иди отдыхай. Да? Тишенька, ну что ты морду свою прячешь? А? Тишуня. 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 Ну кто такой? Кто такой у меня непослушный мальчик? М? Кто такой непослушный мальчик? Кто? Кто такой? Кто мешает хозяйке работать? Всю ручку изгрыз, девочки, мне, посмотрите. Все изгрыз. Все. Вот просто одни зубы. Ну все, лег спать. Вот что хочешь, то и делай, Лариса. Да? Вот как хочешь, Лариса, так и работай. Доставай из-под тишеньки фурнитуру. Ага, смотрите, когтем зацепился за кольцо. Видите? Держит меня. Когтем своим острым. А зубами за фурнитуру. И что мне теперь делать? Как мне быть? М? Как мне быть? Ты еще и царапаться, и кусаться. Видите, что будет сейчас делать? И царапаться, и кусаться. Отцепись, чудо. Отцепись. Вставай, мне работать надо. Улегся. Ну-ка, перестань. Ну-ка, перестань кусаться. Тише. Тише. Где у меня водичка? А? Где у меня пульверизатор с водичкой? Сейчас я тебя быстро воспитаю. Угу, тише так. Послушал, подумал про себя. Или я тебя воспитаю, да, Тишенька? Слазь давай. Вот Симочка на улку пошла гулять. Ну, Тиша тоже побегал по крыше. Пришел и лег. Давай, вставай, мне надо работать. Работать надо. Вот, девочки, сатуарчик вчера собрала. Вот такой вот. Из агатов. Теперь надо вот серьги и... браслетик собрать к этому сатуару. Не знаю, получится ли у меня это сделать сейчас. А мы купили жалюзи. Вот сейчас на одно окно я тебя устанавливает. Помощник тут рядом. Помощник тут рядом. Так. Проверяющий идет. Все ли правильно установлено? Да, Тишуня? Ты уже проверил? Все правильно там установлено? Там все правильно установлено. Все проконтролировал он там уже, на подоконничке посидел. Все проверил. Еще одна помощница пришла. Тоже контролирует процесс. Пошел, пошел. Что, куда хозяин там пошел, за каким инструментом? Тишуня, ты что там, где потерялся? Инструмент ищешь? А? Тоже контролируешь, да?
У нас сегодня дождь со снегом, с мелким моросит. Еще клубнику я не укрывала. Она просто замульчированная вот тут стоит, грядочка. Но накрывать еще ее не накрывала. Приготовила он там сухие ветки от бархатцев. От бархатцев, от укропа. Надо накрывать, скоро будет. Вот они, помощники. Все надо знать. Все надо посмотреть. Тише. Тише. Зачем обижаешь Симочку? А? Мне за бутылочкой сходить с водичкой, да? За пульверизатором сходить? Тишуня. Хулиган. Ой, хулиган. Вот, поиграй лучше. Что, страдалец? Привет. Привет. Настёна приехала. Всем привет. Всем привет. Ну, что? Снимаю видео, цукаты готовлю. Видишь, красота какая. Че ты с Тишенькой не поздоровалась? Смотри, как он. Ну что ты опять псаешься? Ну и что, Настя, как дела? Мама, что у меня произошло? Ну, кусается он, да. Кусучий он у нас ребенок. Что такое? Кусучий, скажи я. Тише. Ты скажи, не знала? Что ты смотришь? Тише, скажи, я уже забыл тебя. Скажи, так редко появляешься? Ну-ка, не кусай меня. Безобразие какое. Ну-ка. Мама, он весь руку искусал. Это что вообще? Соскучился ребенок, видишь как? Вообще не воспитывайте. Чем, как дела? Да нормально.